Сегодня 7 апреля. Мы в городе Конаев на республиканских соревнованиях по маунтинбайку. Сегодня соревнования шорт-трек. У юношей, девушек, младших юношей, младших девушек. Приехали ребята с других городов, с других областей. Обкатывают трассу. Старшие юноши готовятся к старту. Поедут 4 круга. Говорите обязательно. Судьи, записываю. Приступаем. Первым на линию старта представитель города Алматы. Фамилия? Иконников. Далее. Тюрбандинская область. Алматинская область. Тихо, Илья. Костанайская область. Восточно-Казахстанская область. Костанай, фамилия, Костанай. Легко. Восток, фамилия, номер 26. Касым Апаян. Судьи вам пишут. Спортсмены разогреваются на велостанках. Пока идет подготовка к первому старту. Те, кто же за пятерку, я взял. Нет, дырка. У меня дырка маленькая. Капец, народу. Дан первый старт, да, народу очень много. Сколько тут человек? 40, наверное. Сейчас, ну, Руслан, давай! Сергей, пыль подняли какой. И вот так вот даже со старта они прям сильно растянулись, метров на 300, наверное, уже. Ребята заканчивают первый круг. Второй круг пошел. Лидер номер 16, за ним лидер номер 3. Третий, если не ошибаюсь, представитель города Алматы номер 71. Он же чемпион города Алматы на прошлой неделе по XCO. Лидеры второго круга. 71 немножечко отстает.
второй круг еще. Растянулись достаточно сильно. Третий круг. Вот такой вот обхильчик. Пятерка лидеров. Тренер болеет за своих всей душой. Лидер четвертого круга. Амир, не отпускай его! Последний круг, только пошел! Да, это у нас Нишор. Соревнований по маунтинбайку. Все ваши движения, особенно вот на поворотах, на спусках, должны быть, ребята, прямолинейные. Выбрал себе траекторию, не нужно вилять туда-сюда. Сзади, может быть, догоняет гонщик, и можете столкнуться и получить травму. Дальше, ребята, пришли последние, пожалуйста, вон туда последний становится. Категория младшие юноши, 13-14 лет. Ясно, но да? Есть по младшей 12-летней по допскрафте. Ребята, три круга. Три. Вот место старта. Отсюда стартуете по стрелочке. Уходим направо и далее по обвязке. Вся трасса сигнальной лентой показана, куда двигаться. Тем более вы ее прошли, знаете. Построение начинаем согласно жеребьевке. Я называю город или область. Тренер пофамильно вызывает гонщика на старт. Тренер пофамильно, ясно? Ребята, внимание, начинаем. Первым на линию старта представитель команды города Алматы. На линию установить. Номера. Просто я сейчас сниму. Да-да-да, снимай. Номер показывай. Взрослый мальчик. Да, номер покажи, пока гонщик стоит. Алматинская область. Гонщик. 61, куварим. Есть. Далее, Костанайская область. Деминок. 37. Пожалуйста, ребята, пооперативнее, побыстрее. Восточная Казахстан. Колесо, колесо, ребята. Так, еще идет выстроение. Участников очень много. 6 человек. Судьи вас строят. Куда скажем, туда остановить. 5. По свистку, ребята. Аккуратно, аккуратно. Поехал. Пошел, пошел, Серега. Давай! 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 Давай!
Так, это вот лидеры первого круга, младшие юноши. Али, не отпускай, ну-ка давай подбери. Первого подбери. Хорошо пошел. Да, ему велосипед я только выдал. Он еще ездить не научился на них. Да? Офигеть. Он уже приехал зимой с Кокчетава. Нормально, он сейчас, да, он вверх уехал. Велокросс выигрывал, его судьи сняли как отстающего. Нарисовал столько, блин. Перепутали, блин, чемпионат. Ну, как бы, вот я его принес сюда, чтобы попробовал, что такое маунтинбайк. Так, а это вот наши 12-летние ребята пробуют. Республиканские соревнования. Молодцы, хорошо. Велики как нам. Давай, давай, нормально. Второй круг, держитесь. Ну, в Алматы я работал. Два года позанимался, к врачам пришел. А они такие спрашивают, а это вот такие, да, как-то? Да? Откручивай! Все, последний круг, ну-ка давай, набери его! Ходом, ходом, дорабатывай! Крути давай! Ребята, пошли на последний круг, на третий. Четвертое, пятое место пока. Но еще полкруга, им еще езди погонять. Откручивай, блядь, последний круг! Ну, их не догонят, наверное. Второе давай, место. Дорабатывай полкруга! Глеб, дай, дай, дай! Третьим идет номер 73. Пуля клини! Молодец, молодец! Пуля бота! Четвертый. Пятый. Наши два зайца успели проехать до лидеров, поэтому они едут третий круг. Будут финишировать все три круга. У кого-то он уже по ломке тащит велосипед. Не владеть велосипедом, ну что же. А байк, она специфика короткая. Это не шоссе, где там по 3, по 4 часа. А тут именно интенсивный час. Подожди. Во, проходи. Здорово, чемпион. Да ничего. Привет. Так, с вами Тимерлан. Подожди, чемпион вчерашней гонки. Вчера же гонка была? Я не чемпион. Не чемпион? Нет. А, или ты второе у тебя место? Подожди, а третий? По дороге, давай беги. Все. Капец, третье место вот так вот, ребята. Как дела? Так, на старт готовятся старшие девушки. Ира, Ира, Ира! Да ё-моё! Молодец, Лиза! Пошла, крути! Крути, Лиза, крути! Пожалуйста, крути!
Уезжай, уезжай! Смотри, Лиза, смотри! Скорее, ближе сядь! Скорее! Скоростной поворот. На повороте камушки. Оп. Все хорошо, не тормози, поехала! Баспак, девушки пошли на второй круг. Первая четверка. Молодец, 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 давай. Пошла, пошла. Воды, воды. Мади, жан кур мама тиска забрала его. Мама за него. Дина! Дай, поворот, давай не лови! Юля, догони их, вон они, близко! Моля, не ломай, полезь! Молодец! Во, молодец! Если ее лимит не догоняет, то она распучивается! Передняя распучивается! Закрути, остановись, передний! Костанайская область, первые два места. Да, сильно они, конечно, оторвались от всех. До конца до черты. Соня, пошла, пошла, пошла до конца. Молодец, давай, давай. Алиса, пошла, пошла, пошла до конца. До черты. Вот еще финишируют старшие девушки. Видели, вот там по прямой, там во судне на финише. Все ясно? Пожалуйста, правила соблюдаем. Резких движений слева направо, справа налево не выполняем. По правилам, УЦАИ, по любым правилам, если вас обгоняет спортсменка сзади, вы не можете чинить ей препятствия никакие. Просто едете прямо, пропускаете обгоняющую. Обгоняющая имеет преимущество. Ясно? Спасибо, вы слышите? Все, Анеля, запрыгивай, поехали! Оп! Поехали, 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 поехали! Молодец, все нормально, давай, нормально все, давай! Молодец, Карина, ничего, сейчас загоним! Оп! Молодец, Анеля! Это все еще первый круг, младшие девушки. Второй круг, поменялся лидер. Карина Китайгора идет четвертая, у нее там цепь слетела, она потеряла время.
Давай, давай, держись, держись. Не отпускай ее. Не пропускай, давай, держись. Так, это у нас лидер второго круга. Карина едет, пытается обогнать. Умничка, Карина! Лиза пятая. Так, это у нас девочка, по-моему, заканчивает круг. Замыкает, точнее. Все, Анеля, умничка, не рискуй. Все, нормально, нормально, нормально. Так, это у нас лидер. Карина вышла на второе место. Третье, четвертое. Так, там у нас идет Лиза. Это пятое место. Давай, догоняй ее, обгони. Потерпи, чуть-чуть осталось.